Хочешь научиться играть в покер и выигрывать миллионы? Это реально! Лучшая школа покера в Рунете – Академия покера – научит тебя побеждать. Ребята обучают покеру уже более 5 лет. В Академии есть разные форматы обучения. Для всех подписчиков нашего канала – акция. Обучение можно пройти бесплатно. Плюс бонус – 3 индивидуальных занятия с тренером в подарок. Ссылка в описании. Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это «Фокусы от моряка». В этом видео я покажу вам очередной обалденнейший трюк, который не вызовет у вас никаких сложностей. Итак, погнали! Итак, уважаемый оператор, для начала давайте мы с вами, как обычно, колодочку нашу немножечко потасуем. Итак, твоя задача сейчас выбрать 3 любые карты. Выбери. Три. Да, прям 3. Вытаскивай какие хочешь. 1, 2, 3. Итак, покажем наши карты. Это... Ого-го, неплохо. Бубновый король и десятки. Смотри, десятка и восьмерка. Смотри, теперь каждую карту нам необходимо довести до 14 по счету. То есть мы будем отсчитывать карты, начиная вот с этого значения, и чтобы у нас дошло до 14. То есть понятно, да? Итак, начинаем с восьмерки. Поехали. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так вот мы отсчитали, восьмерочку положили, накрыли. Теперь какие карты будем доводить до 14? Король. Десятку или короля? Король дает 13. Поэтому мы считаем 14 и короля сразу же кладем. Ну и остается у нас десятка. Досчитываем. 11, 12, 13, 14. Десятку положили и закрыли. И что же у нас получилось с тобой в итоге? Опаньки. А в итоге у нас получается то, что наши карты чудесным образом граничат с остальными. Давай посмотрим, с чем граничит десятка. Это первый туз. С чем граничит король? Это второй туз. С чем граничит восьмерка? Это третий туз. Удивительно, да? Но не хватает четвертого. А теперь проверим твои математические возможности. Сложи эти значения. 10, 13 и 8. Сколько будет? 31. 10, 13 и 8. Ты уверен? Да. Да? Ну что ж, 31 так 31. Посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И 31-я карта, конечно же, это последний наш пиковый туз. Вот такой вот классный фокус, дорогие друзья. Переходим к обучению. Итак, друзья, данный трюк элементарен и прост до невозможности. Первым делом нам необходимо провести небольшую подготовку, а именно убрать джокеров, они нам будут только мешать, с ними фокус не сработает. Далее, заготовить заранее 4 тузов. Итак, смотрите, 2 тузов мы кладем поверх колоды, то есть это те тузы, которые появятся у нас в самом начале. Снизу колоды кладем туза, который тоже в самом начале появится. И восьмым снизу кладем туза, которого вы хотите делать последним. Я последним люблю делать пикового, поэтому я откладываю пикового восьмой карты. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 пиковый туз на восьмом месте. Теперь, начиная представление, значит, показали зрителю несколько фальшивых тасовочек, да, ну, то есть пыль в глаза пустили, то, что якобы колоду мы перетасовали. Даем выбрать абсолютно любые 3 карты. Ну, к примеру, он берет эту, эту и вот эту. То есть мы переворачиваем и показываем ему эти карты. То есть у нас это 9, 9 и 3. В тот момент, когда я показываю ему эти карты, я беру на брейк верхнюю карту, это туз. И вот так вот эти карты собираю и кладу на туза. Вместе с тузом вот так вот эти карты я подхватил. И объясняете то, что каждую карту нужно нам добить до 14. И начинаем мы, естественно, с тройки. Я беру вот эти 3 карты, держу вот так вот в правой руке. Прошу прощения, не 3 карты, а 4 карты плюс 1 туз, но, естественно, зритель этого не видит. И начинаю каждую карту доводить до 14. То есть 3. Считаю 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 карт, то есть до 14 я скинул, грубо говоря, вот это 14 пускай, да? Хотя по факту она не 14, но если считать от тройки, она 14. Кладу тройку поверх нее и вот так вот оставшиеся колоды накрываю. Дальше спрашиваем у зрителя,
какую карту будем добивать. Ну, здесь вариант у нас лишь один, с 9, да. Поэтому мы начинаем с 9 до 14 также добивать. Значит, 10, 11, 12, 13 и 14. То есть кладем девяточку и также накрыли оставшейся стопкой. И повторяем все то же самое со второй девяткой. Значит, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Положили вторую девятку. И оставшиеся колоды накрыли. Можете снова провести фальш тасовки, это на ваше усмотрение. Далее раскладываем карты лентой. И вот верхняя карта, которая лежит на девятке, то есть получается справа от нее, мы вот так вот достаем. То есть те карты, которые лежат справа от наших перевернутых карт, мы их также вот так вот захватываем. И, соответственно, последнюю, да? Далее эти карты мы аккуратненько собираем, чтобы не нарушить последовательность. И говорим, какие же карты граничат с нашими... Ну, с теми картами, которые ты выбрал. Па-бам, первый туз, па-бам, второй туз, па-бам, третий туз. Но это еще не все, говорите вы. Фокус, конечно, хорош, но не хватает кое-чего. А чего именно не хватает? Не хватает четвертого туза. Поэтому что мы сделаем? Предложите зрителю сложить вот эти значения. Соответственно, он складывает 9 плюс 9, 18 плюс 3, 21. Итак, 21 карта. Мы начинаем отсчитывать 21 карту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И 21 карта будет наш недостающий четвертый туз. Вот такой вот фокус, дорогие друзья. Я надеюсь, что он вам понравился. На связи с вами был, как обычно, Сергей Куликов, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, и да хранят вас боги моря и небес. Пока!